всем видом показывает то, что ты хошь как хошь, а утреннюю порцию еды давай сюда. В миске я посмотрела, в большом тазу посмотрела, нигде ничего нету. Так что еду давай на родину неси. Ну, сейчас пойдем. Снега-то сколько. Пошли. Надо в миске почистить. Конечно. Как по-другому. Пошли со мной. В холодильнике еду брать. Что ж делать? Пойдем? Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Алис, идешь? Свои дела? Только что с белым бегала. Смотрите, там в Телеграм я выкладываю маленькие ролики, которые на Ютуб выкладывать не буду, потому что они мелкие слишком. О, за хвостом за своим побегать, конечно, поваляться. Он вроде его гоняет, а так утром с ним побегать самое оно. Снегу поковыряться, поваляться. Ну, самая погода для лисы. Все. Валяется. Алиса, пошли! Давай, подымайся. Не может подняться. У нее дела. Снега много, снег мягкий. Надо кверху лапами обязательно попрыгать. Давай включим подсветку. Еп, выключатель замерз. Ну, кто ходит тут по снегу, как маленький танкер? Куда ты полезла? Иди сюда. Алис. А, орехов тебе достать. Ну давай, если еще белки все не утащили, я тебе дам. Съела. Ждет. Давай, вылазь. Вот орехи, сюда кладу. Здесь снега мало под крышей. Пожалуйста. Пока у тебя утреннее разгрызание орехов, я пойду погрею кашу тебе. Каша с тыквой. Алиса ест кашу с тыквой. Ей она нравится. Она, наверное, сладкая. Поэтому кашу с тыквой из голодухи утром поесть, конечно, можно. Гораздо лучше, чем просто каша. Пойдем. Пошли со мной. Алис? Нет. Она... У Алисы давно я такого не видел. Сама пришла в вольер. Это, наверное, после охоты поймала крысу. Все, довольная. Потому что, видите, вот эти следы. Это значит, что... Ну, хватит скрипеть, хватит. Это значит, что она где-то ее зарыла в песке. И вот пришла, легла. Все. Сама зашла через... и через дверь. Но что такое? Что ты? Вообще не приходить? Ну нельзя же быть такой вредный. Хотя, можно, чё бы нет. И постоянно скрипишь. Всё. Твой дом. Вообще не захожу, не подхожу близко. То есть как-то поимка. Что такое? Поимка крысы. Сразу Алису. Ну, сейчас погода тем более такая, что вся шуба будет влажная. Ее сразу направила сюда. Можно теперь, как это, долг выполнен. Можно полежать и поспать целый день. Иди вовнутрь, там тебя никто не увидит, за сеном ляжь. Нет.
Вообще все. Еще и ругается на меня. Че ругаешься? Ужас. Все, я ушел. До свидания. Ну что такое? Да ладно, ну давай. Побеседуем. Нет? Сегодня остается ночевать на улице в поисках крыс. Будет ловить крыс. Прямо попросил у меня. Не-не-не, кусаться не надо. Ну зачем? Мы же друзья. А друзей за ноги не кусают. Наверное. И что? Прямо на улице уже пошла в вольер, зашла, все, я ее закрыл. Потом говорит, не, давай, выпускай. Буду охотиться сегодня ночью. И вот уже начала тут. Ну, тем более снег, можно поваляться. Чего такое? Орех выдать? Или ты найдешь себе орех? Это нам... О, нашла. Я думал, ты мне показываешь, чтобы я тебе орех выдал. Они не жуются, Алиса. Нет, зубы не ломай. Здоровые. Сейчас я тебе принесу маленькие, если они остались. Но мне так кажется, их просто нету. Все. Надо поваляться. Вот это любимое место для валяния. Находит себе какое-нибудь место и валяется на нем вот так. Ну что, погладить все-таки? Нет! Ты какой, а? Злюшная лиса. Да не буду я тебя закрывать, не буду. Нет. Как тебя закроешь? Ты же сегодня на крыс охотишься. Я тебя сам отпустил. Да-да. Идти, не мешать охоте и принести орехов. Да. С орехами веселее. Можешь молоток тебе. Давай разобью. Орех. У меня получится. Собаки лают чужие. Прямо. Алиса скучает по тем дням, когда могла лазить по деревьям. Сейчас гравитация сказала другое. Все, я понял. Да. Ну а что ты такая злюка? Не будь такой злюкой. Выключить свет? Ну, так бы сразу и сказал. Вот, пожалуйста. Орех? Или сразу крысу принести? Ну ладно, ладно. Я сейчас посмотрю орехи. Секунду. Да, да, да. Иду уже смотреть. Ваша злобность, есть только чистые, уже чищенные орехи. Пойдем. Я их раскидаю там же под деревом. Ты просто не отличишь. Такое ощущение, что ты их разгрызла уже и ешь. Пойдем, пойдем. Вот. Смотри, даже ни одного белки не отдаю. Вот, все. Видишь, все, все, все тебе. Все хорошо? Выпустили тебя поздно, понимаю. Но не надо сразу в ругань. Бывает такое? Макс пришел. Убрать? Макс, ей не нравится, что ты здесь. Двое — это уже слишком. Все, он ушел.
Чего кричать-то? Опять он пришел? Все. Ну, я парочку съел, конечно, я попробовал. Вдруг отрава. Нет, хороший орех. Во. У других лисы едят морковку сырую. Там этот перец сладкий. А ты? Тебя такой деревенской едой, да, не прельстишь. Неплохо получилось. Прям как будто сама нашла. Молодец. В следующий раз закопаю под снегом. Ну все, мне можно идти. Тебя трогать нельзя? Нет. Это для начала охоты. Поедание орехов и валяние в снегу. Сейчас еще чуть-чуть поваляется и потом пойдет, залезет, заляжет в укрытие под кухню. Она, наверное, сама выкопала нору такую, которая не в ее вольере, и теперь считает ее своим домом. Придется пойти с ней на компромисс. Ну как компромисс? Оставить нору ей. Я не знаю, насколько это компромисс. Наверное, не очень. Я так понимаю, нести еще. Судя по твоему довольному лицу. Хорошо, сейчас... Ну а погладиться-то можно? Можно? Нет?